Мы будем перестраиваться в левый ряд. Там машина едет. Мы включаем просто поворотник, скинь скорость, потому что она почти рядом едет. Включи поворотник обязательно. Смотрим, машина далековато. Мы можем сейчас, сейчас в бордюр едешь. Притормози еще. За ней никого нету, видишь? Уходи. Смотри уже на дорогу, выключай поворотник. Останавливаться нужно, чтобы мы видели его колеса в следующий раз, задние. Вот табличка стоп, да, при наличии газового сигнала светофора мы останавливаемся на этой табличке стоп. Давай перестраиваемся в правую полосу. Смотрим в зеркало. Включила поворотник, включила. Смотрим. Пошли, не бойся, пошли, пошли, пошли. Главное, не меняй скорость уже. Выключай поворотник. Все, молодец. Так, теперь мы хотим в левый ряд. Да простят нас водители, да? Ударят мне по моим большим ушам, но что делать? Мы учимся. Включай поворотник левый. Смотрим в зеркала. Смотри на дорогу, на дорогу. Сейчас тебе объясню. Посмотрела в зеркало, если едет там машина, смотри на дорогу. Боковым зрением ты и увидишь, что она проехала. Проехала? Пошли. Вот. Добавляй газу, у нас там скорость-то, господи. Вот. Выключай поворотник. Объясни мне, пожалуйста, вот в районе кладбища здесь, это перекресток или нет. Пешеходный переход, нет, пешеходный, да? Переход регулируемый. Да, регулируемый пешеходный переход. Не... Успеем, успеем, успеем. Не газуй, не газуй, не надо. Мы спокойно успеваем. Там все равно впереди горит красный сигнал светофора. На уровне глаз я сейчас поставлю телефон. Вот, вот такая дистанция. Вот, в принципе, телефон на уровне моей головы. Глаз. Вот так должны ребята мы останавливаться. Все. Начинаем движение. Посмотрели, там зазевавших всяких пешеходов нет? Нет. Все. Самое что интересное. Вот учебная машина перестроилась. Почему? Потому что мы идем по главной дороге и по направлению главной дороги. Поэтому нужно будет перестраиваться в крайний левый ряд. Это маршрут всех автошкол. Сейчас на левый? Нет, мы едем по прямой. Вот смотри, направление главной дороги, мы в принципе должны поворотник включать, но мы не будем этого делать, потому что мы едем по средней полосе. Вон одна появилась полоса, вот вторая, вот третья, которые уходят на Тополево. Мы просто едем и прижимаемся немножко на меня, давай. Вот, наша полоса, потому что там другая полоса уже появляется. И многие говорят, а как мы в первую полосу? Молодец. Он выбрал место для остановки. Левый поворотник. Крутим руль. Крутим, крутим, крутим руль. Крутим. Вот так вот. Включай поворотник. Едем. Давай-ка в левый ряд, ой, в правый ряд перестраивайся. Включи поворотик, притормози, не лети. Наблюдай ситуацию спереди. Смотри, тут сплошная. И знак 40 на протяжении 300 метров. На пятерочке увидели? Считаем вот шестерочки, да? Перестраивайся. Перестраивайся, перестраивайся, да. И едем мы с тобой 40 км в час. Сейчас объясню, вот видите? Где у нас 303 километра и 6, уже 7. Вот шестерочка, семерочка, это у нас идут 100 метровка. Вот мы отмеряем 300 метров. Вот когда будет, мы считали от шестерочки, когда будет девяточка, мы поедем более чем 40 километров в час. Вот в данный момент мы не можем превысить скорость. Восьмерочка, да? Восьмерочка. И чек загорелся, это говорит о том, что на этой машине что? Нужно поменять масло. Это мы займемся уже потом. Вот. Давай выберем место для остановки. Возьмем на остановке, да. Включай поворотник. Правый. Включай. Видишь, где прерывистая линия? Мы заезжаем на меня. На меня заезжаем. И протягиваем в конец остановки. В бордюр мы не въезжаем. Аккуратненько. Все. Остановка.
условно, включаем левый поворотник и выезжаем. Смотрим в зеркало, никого. Они там очень далеко. И выезжают. Вот. То бишь посередине остановки выезжать нельзя. Там специальные, да, нанесены линии разметки. О, здорово. Поздоровались с нами учебные. Машина. Давай, в левый ряд. Опережаем его. Машина летит, но поворотник ты включи. Поворотник ты включи. Газуй. Давай, 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 давай. Вот так, молодец. Все, до 60 и едем. И давай-ка мы с тобой выберем место для остановки. Место для остановки? Да. Не использую автобусные карманы. Давай, включи поворотник. Скинь скорость. Скинь скорость. Ходи. Он там далеко. Включай поворотник. Потому что ты сначала должна перестроиться. Теперь включай поворотник, прижимайся к обочине. И причем зеркало очень хорошо видно. Где, посмотри, правое зеркало. Видишь, где край автомобиля? Ну тормози. Тихо, тихо, потихонечку. И мы видим прекрасно в зеркало, где у нас кончается автомобиль. Угу. И маркировка, соответственно. А здесь можно остановиться? Здесь не надо останавливаться. Это типа как мостик считается. Да, вот, проезжая мостик. Останавливайся, останавливайся. Вот так примерно. Вот, мы остановились. Ну, в принципе, неплохо. Все. Включай левый поворотник, левое зеркало посмотрело, чтобы никто нас не поджимал. И поехали. В принципе, ничего сложного нет. Много всего надо сделать.